Задумывались ли вы, что было бы, если бы кто-то сделал клинки хаоса и начал с ними... Я не ожидал, но он неплохо так похож. Понятно, что он, что там накладка вроде, да, она заметна. Но в целом, не самый плохой косплей. Вспомним видос, где я рассказывал про косплей Кратоса. Ого, он их зажег. Ну это вообще шедевр.